группы продолжают наступление, и сейчас мы прорываем оборону основных сил противника. Сегодня при прорыве обороны одного из населенных пунктов, в котором противник закопался, забетонировался и пытался сдерживать наши наступательные действия, мы запустили нашу техническую группу в течение дня нашими беспилотными системами, беспилотными комплексами, в которые входят и авиационные составляющие, и квадрокоптеры различные типы. А сегодня были выявлены многочисленные опорные огневые позиции, пункты противника, а также множество живой силы и колонны противника. Все эти цели были идентифицированы, выявлены, отрезаны перекрытыми координаты, и все цели были уничтожены. На сегодняшний день было уничтожено две колонны противника, несколько БМП, два командных пункта, также четыре огневые позиции противника. И привет еще тем, кто говорит, что чеченцы не знают, как БПЛА пользоваться.